Когда вот к нам граждане обращаются, мы вот стараемся все-таки их заинтересовать именно обращением через портал госуслуг. Люди вот некоторые не понимают, но когда мы им разъясняем, да, ну, они понимают, что они получат только выгоду от этого. Прежде всего, это в первую очередь, это 30% скидка. Да? Мы на это первое делаем акцент. Второе, то, что ему не нужно здесь стоять в очереди, ходить, приходить. Он, сидя дома, либо вот обратившись в МФЦ, в районное или в городское, может зарегистрироваться, если он ранее не был зарегистрирован на портале. Он получает логин и пароль. Соответственно, потом дома, сидя дома, может войти в этот портал госуслуги.ру, выбрать, опять же, любое из подразделений ГАИ, если он, допустим, проживает ближе к Кизилюрту, он, значит, Кизилюртовское МРЭО для себя может выбрать. Если это в Хасавюрте, Хасавюртском районе, ближе, кажется, к нам, к нашему подразделению, он выбирает, соответственно, МРЭО города Хасавюрта, затем отслеживает также свой статус заявки, как я ранее сказал. Он подал, выбрал время, дату, подал заявку, мы ее видим, что она оформлена гражданином, мы эту заявку открываем, смотрим полноту документов, подтверждаем ее, к нему опять же приходит либо на электронную почту, либо смс, что заявка его подтверждена и, соответственно, электронная очередь выделена. Все, после этого человек, убедившись, что его заявка подтверждена и очередь выделена, он к своему времени приезжает к нам за полчаса, за час, как ему удобно. Машину ставит на осмотр, наш инспектор осматривает машину. После этого он с документами, с личным паспортом обращается в любое окошко наше, сдает документы. Инспектора проверяют, соответственно, достоверность той информации, которая отражена в его заявлении и в прилагаемых документах. И в течение часа гражданин получает услугу, то есть техпаспорт, госномера, при этом если меняет или получает номера, техпаспорт и уезжает. Что хотелось бы сказать, вот за 2018 год я вам приводил цифру, к нам поступило более 30 тысяч заявлений на оказание госуслуг, связанных с регистрацией, перерегистрацией транспорта, выдачей водительских, получением водительского, замены водительского удостоверения, приемов экзаменов. И из этого числа 30 тысяч заявлений, вот, уже более 70% уже заявители, обратившихся через портал госуслуг, они получили эту услугу, соответственно, через единый портал государственных муниципальных услуг, госуслуги.ру. При этом, соответственно, отсутствие очередей, возможность выбрать любой день, удобный для гражданина, время посещения нашего подразделения. В этом, я думаю, есть большое преимущество. Поэтому призываю граждан города, района нашего, все-таки прислушаться, зарегистрироваться. Очень много людей, кто уже зарегистрировался, кто имеет учетки свои, кто уже ранее к нам несколько раз обращался, те уже понимают, насколько это удобно, насколько это дешевле. Нет никаких заморочек, нет никаких очередей, не надо никому обращаться, никуда бежать. Меняет, получает свою госуслугу и довольны, и уходят. Вот. При этом мы стараемся, чтобы все довольны были. И пока, я думаю, мы справляемся, мой коллектив справляется с этим довольно успешно. Гражданин заявку подал, Мухаммед Расул Владимирович. Вот у него с 30% скидкой оплаченная квитанция. И сейчас он, да, вот он к своему времени пришел, 14.45, он может даже раньше сдать документы. 30% скидка, дешевле и очень хорошо, удобно и быстро.